здравствуйте! С вами, как всегда, мы. А мы сейчас находимся прямо возле клуба Бёрн, то есть водный танцпол. Сейчас даю слово нашему корреспонденту. Ну что ж, сегодня на водном танцполе вечеринка от посольства Оренбург, официального посольства Казантип. Хочется заметить, что 2 дня до официального открытия, и Казантип уже танцует практически на полную мощность. Стоит только догадываться, что же будет дальше. А мы сегодня будем узнавать, какие события происходят на танцполе «Водный». Там сегодня замечательный лайнап. Артем, Лейтер и гости из будущего. Пошли. И мы ждем сегодня с Оренбургским посольством. Бабушки ездят на Казантип. Парни, скажите, как вам настроение сегодня? Немножко, может быть, про лайнап, и я так понимаю, что это официальное посольство города Оренбург сегодня на танцполе вот там, правильно? Да, все правильно. Официальное посольство Оренбурга совместно с нашим германским другом Роном Шатыном. В принципе, настроение прекрасное, настроение великолепное. Только позитив, только радость, только море эмоций. Бух! Бух! Просто бух! Казантип это свое, как бы люди отдыхают, и это одно из немногих мест, где красивое море, супер музыка, диджей, и вообще я люблю эту республику. Скажи, пожалуйста, 3 фразы для нашего телевидения, что бы ты хотел пожелать организаторам Казантипа республики. Ну, прежде всего, респектую моему любимому единственному президенту Никите, а потом, чтобы люди постоянно приезжали, чтобы было весело, отдыхали, купались, и просто-напросто у всех было настоящее настроение, и море счастья и позитива.
Night Party Promo и посольство Казантип в Оренбурге представляют 19 февраля в клубе Табу. Диджей Винсент Вега. Германия.